Россия улучшает отношения с биткоином. Как сообщает Forbes, в настоящее время Министерство финансов России работает над инфраструктурой для торговли криптовалютами, такими как биткоин, отметил министр Алексей Моисеев. В скором времени криптовалюты и их производные позволят людям торговать на Московской фондовой бирже, которая является крупнейшей в Российской Федерации. Кроме того, вторая по величине в стране Санкт-Петербургская фондовая биржа также планирует принять торговую сделку с криптовалютами. Если проект будет реализован, Россия станет первой страной, которая позволит фондовой бирже сделать криптовалюту новым инвестиционным активом.